Это не просто смартфон, это произведение искусства. Дамы и господа, рады представить аппарат, заполнивший пустоту в сердцах десятка тысяч пользователей. Realme GT Master Edition. С какой стороны не посмотреть, но этот пирожок нафарширован по ГОСТу. Super AMOLED с частотой 120 Гц, невероятный оптимизированный чипсет Snapdragon 778G, основной модуль с разрешением 64 Мп, поддержка быстрой зарядки мощностью 65 Вт, а это от 0 до 100% всего за каких-то полчаса. Ну и в конце концов, одна из самых стабильных оболочек на данный момент — Realme UI. Несмотря на то, что аппарат можно назвать доступным, в нем найдется поистине все и даже то, чем не могут похвастаться некоторые топовые модели. Шустрый подэкранный сканер отпечатка пальца, 3.5 джек, старый добрый датчик приближения, топовая версия Bluetooth, NFC, двухчастотный GPS, ох, все это не только есть. Realme GT Master Edition.